На литр чистой питьевой воды беру одно крупное яблоко. Яблоко я предварительно помыла, нарезаю кубиками, отправляю в бутылек. Заливаю яблоки водой и отправляю в холодильник на ночь. С утра яблочную воду уже можно будет использовать, только сперва нагрейте ее до комнатной температуры. И только потом применяйте, холодное не надо. Данным напитком можно заменить чай, кофе, ничего варить и кипятить не нужно, очень удобно. Вода важна для организма, но не все могут пить просто воду в нормальных для себя объемах, чтобы поддержать водный баланс. Соответственно, не будет повышения давления артериального, так как яблоки не содержат кофеин и танин, в отличие от чая или кофе. При этом улучшается работа желудочно-кишечного тракта, пищеварение улучшается, уйдут мешки под глазами. Яблочная вода ускоряет обмен веществ, никаких калорий и углеводов. Это отличный способ похудеть. Напиток обладает очень мягким мочегонным свойством. Напишите в комментариях, было ли полезно это видео для вас. И, конечно же, пишите свои рецепты, делитесь мнением. До новых встреч на канале. Всем пока!